В России, как и в других европейских странах, наблюдается стремительное распространение коронавируса. Число заразившихся за сутки увеличилось на 17 340. Это максимум за все время пандемии. Всего в стране инфекция была диагностирована у более чем 1 480 000 человек. В Москве выявлено 5478 новых заболевших. Пациентов много, количество их меняется и плюс, и минус. В течение суток даже, потому что большой бывает наплыв одномоментный. Россия зарегистрировала уже две вакцины против коронавируса. Препарат «Спутник Ви», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, и вакцину, созданную научным центром «Вектор». Клинические испытания проходит третья отечественная вакцина от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.